Современные операционные ждет Лангепасская городская больница. Сейчас идет реконструкция помещений, в которых разместят новую технику. Прежнее оборудование демонтировано, на подходе другое. Сюжет Антона Сазонова. По коридорам стационара городской больницы к месту воплощения мечты лангепасских хирургов. Обновят буквально все, а само помещение, так сказать, упакуют по последнему слову самых высоких стандартов хирургической чистоты. Все вот панели, которые сюда будут доставлены, они подогнаны настолько, что там не проникает воздух за пределы операционной и извне. В ближайшее время здесь установят 3 современных операционных стола. На одном будут проводить экстренные операции, на двух других – плановые. Высокая оснащенность включает в себя автоматизированные технологии для удобства работы хирургов. Это и световые лампы с возможностью фокусировки внутрь области хирургических манипуляций и бесконтактные двери, которые добавят драгоценного времени специалистам в случае экстренного спасения людей. Мы это видели в крупных федеральных центрах, мы это видели в больших крупных операционных, и не только в нашем государстве, а в других государствах. Так случилось, что в свой юбилей хирургическое отделение, которому в нынешнем году исполняется 40 лет, получит отличный подарок. Операционный – это грандиозный проект, и он лег вообще в основу и был включен в соглашение, которое было подписано губернатором и компанией «Лукойл». То, что обновление операционной станет не просто подарком хирургам, а новой вехой в истории развития лангепасской медицины, очевидно, как и то, что сотни людей будут в будущем спасены в этих стенах. Антон Сазонов, Виталий Крылович, Вести, Югория, Лангепас.